Сегодня замечательный день. Здесь, в Киеве и в Украине, надеюсь. Но давайте все-таки вернемся и обговорим воспалительные заболевания. Хорошее и плохое, связанное с болезнью Крона, заключается в целях лечения 2008-2009 и даже 2010 годов. Хотя проходят разные обсуждения медицинских подходов лечения сверху вниз или снизу вверх, но наша основная цель – это добиться и поддержать ремиссии, причем клинической ремиссии. Мы пока что не готовы требовать ремиссии слизистой при заболевании Крона. Хотя в будущем, наверное, и такие цели будут ставиться. Вторичные цели заключаются в предотвращении осложнений, либо же связанных с самим заболеванием, либо со средствами терапии. Если мы можем эти две цели решить, то тогда у пациентов повысится уровень их жизни и сократит необходимость хирургического влияния, вмешательства, которое, к сожалению, часто происходит при заболевании Крона. Для того, чтобы эти цели решить, мы построили вот такую вот терапевтическую пирамиду, где начинается сначала лечение слабых форм заболевания, а потом добавляем дополнительные формы лечения для тех пациентов, у которых степень протекания болезни более серьезная. Но данная единая пирамида все равно представляет подход по лечению хронической болезни, поэтому краткосрочный подход по лечению нельзя здесь использовать, нужно использовать как подход лечения хронической болезни. И вот поэтому мы предлагаем медицинские формы лечения снизу вверх, так называемые, то есть сначала слабые формы проявления заболевания, а потом происходит эскалация или повышается количество форм лечения, либо же для тех пациентов, у которых более сложные формы заболевания, либо для тех, у которых были ухудшения. Мы используем аминосаликатиты и стероиды на этом первой форме лечения для тех пациентов, которые сразу же не отреагировали, или те пациенты, которые сложно проводить, мы начинаем системно как-то.